На прошлой неделе в администрации района состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции. В работе заседания принимали участие главы сельских поселений, начальники управления, заведующие отделами администрации района. Обсуждались проблемы эффективного использования бюджетных денежных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашхабском районе, контроля за декларированием доходов и расходов, деятельность кадровых подразделений по соблюдению требований в сфере противодействия коррупции, вопрос актуализации обращений граждан на официальных сайтах муниципальных образований района. По данным вопросам выступили заместитель главы Кашхабского района Марета Тугланова, директор филиала бизнес-центра Зауд Дагужиев, заведующая юридическим отделом администрации района Наталья Остапенко. Доклады выступавших слушали председатель комиссии Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев.